Всем привет! Volkswagen Tiguan. Смотрите, какой у нас интересный цвет, такой глубокий, насыщенный. Как обычно, давайте почитаем, что это за комплектация и продолжим осмотр. Итак, Volkswagen Tiguan, комплектация GO. Двигатель 150 лошадок, шестиступенчатая, написано, автоматическая коробка, то бишь здесь шестиступенчатый DSG мокрый. Цвет кузова синий риф, обивка салона ткань, легкосплавные диски Монтана 17, электропривод и подогрев зеркал, обогрев руля, аудиосистема Composition Media, круиз-контроль, электрообогрев передних сидений, датчик дождя, система экстренного торможения, фронт-ассист, камера сзади вида, электропривод багажника, датчики парковки, интерфейс App Connect, система распознавания усталости, обогрев лобового стекла, трехзонная система климат-контроля. В итоге машина стоит, смотрите, 1 миллион 935 500 рублей. Если честно говоря, тут как-то вот не написано. По-моему, здесь какой-то еще пакет. Сейчас посмотрим, если там бесключевой доступ есть, то значит здесь еще есть какой-то пакет. Ну, давайте смотреть. То есть вот у нас здесь машина без вот этого пакета инновации и самая простенькая комплектация. И что здесь, смотрите, у нас входит? Смотрите, здесь такая прям россыпь, да, такая светодиодов. Передние датчики парковки. Здесь все стандартно. Большая эмблема Volkswagen. Пока еще в виде старого образца. Она такая как бы объемная. Ну, не знаю, новая мне не очень нравится. Вот старая лучше. Омыватели фар. Дальше что мы имеем? Повторители поворотов зеркала. Тут у нас, видите, водоотводы. Хорошее дело. Ну и смотрите, как они сделали там аккуратно. Здесь тонкий такой, ну, просвет между водоотводом и стеклом. То есть все выдувается туда. Отлично. Что мы тут имеем? Литье. Спереди и сзади имеются брызговички. И у нас, обратите внимание, двери закрывает пороги. Отлично. Пластиковый обвес по кругу. Смотрите, теперь везде практически идут в первой комплектации вот такие вот просто уплотнители вот такие черного цвета. Хромированная окантовка идет только за доплату. Соответственно, и рейлинги черные тоже идут вот такие везде. Вот. А за доплату уже ставят серебристый. Здесь стойки такие глянцевые. Вот ближе подойдешь, вроде кажется, машина большая, а подойдешь, вроде она и не такая большая, как считаете. Естественно, что сзади дисковые тормоза, фетр в арках. R17. Якохама резина. Обязательный дворник, понятно. Задние датчики парковки. Смотрим. Ну, давайте посмотрим, что в багажнике. Никакого здесь электропривода багажника нет, это, видимо, опечатка. Такая у нас имеется ручка. Вся дверь в пластике. Отлично. Ну, полочка подвесная, можно снять, понятно. Так, смотрим, что у нас тут. Видите, здесь нету ни фонарика, ни розетки никакой. Имеется крючок. Подсветка, еще один крючок. Здесь такие вот колики. Видите, какой толстый полик. И здесь у нас докатка. 145-85R18 органайзер. Но он же, как еще и шумка. Домкрат, инструменты. Все здесь присутствует. Тут еще ниша одна большая. Еще одна ниша большая. Неплохо. Неплохо.
почему-то не закрыто. Так. Давайте сразу, пока багажник открыт, сидушку вот так за эту лямочку тянем. Смотрите, у нас вот мы спинку положили, и видите, да, у нас ровный пол. Давайте еще раз отсюда зайду. Ровный пол, отлично, можно заночевать в дороге без всяких проблем, все будет офигенно. Видите, спинку можно вот так зафиксировать, то есть если какой-то груз у вас там уперся, можно вот так зафиксировать спинку, просто тупо вертикально, и все. И, соответственно, можно еще в таком положении зафиксировать. Ну и давайте уже ее полностью опустим. Ну вот, видите, максимально опустили, и еще вот все-таки не до конца здесь. Потом уже будем смотреть салон. Давайте закрывать. Отлично. Все тихонечко сработало. Мини 95. Такой все-таки симпатичный цвет. Давайте уже в салон и заодно посмотрим, как же машина выглядит в салоне без этого пакета инновации. Уплотнитель имеется, мягкий верх, центральный замок, все понятно, все ретростеклоприемники, все авто, блокировка стекол, складываем зеркала, левое, правое. Подогрев зеркал. Здесь стандартно такой мягкий тканевый подлокотник. Очень удобно. И тут, видите, у нас большой подбутыльник. И зашумлено все. Хорошо. Динамик. Еще динамик. Все это имеется. Снизу, видите, здесь такая накладка. Ну и что тут нам предлагают? Лифт сиденья. Этой крутилкой мы регулируем угол наклона этого спинки. И у нас тут есть поясничный подпор. Кто-то написал, что, мол, типа, вот эта крутилка, ну, типа, унижает. Честно говоря, не знаю, кому как, я себя униженным не чувствую. Вот прямо просто, когда надо ехать в дальнюю дорогу, вот прям пошагово себе, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Настроил сидушку уже, который раз говорю, и все, едешь отлично. То есть не так, как тебе предлагают с завода, там, если это рычажок, там, допустим, 5 или сколько, 4, там вообще, ну, деление, все. А тут прям вот четочка все пошагово можно отрегулировать. Ну и поясничный подпор. Все это дело, конечно, замечательно в дороге себя чувствуешь. Стандартно здесь работа со светом. Так, ну... Визуально, да, вот смотрите, вот так смотрим, и визуально тут как бы ничего такого отличительного нет. Ну, единственное, что сразу в глаза бросается, вот такая приборка. Собственно, тут ничего такого некрасивого нет. Наоборот, тоже мне нравятся такие два глубоких колодца. Все офигенно, спидометр, тахометр, топливо и еще такой небольшой экранчик. Руль в коже. Мультируль, круиз-контроль. Здесь проверим. Да, все это дело присутствует. Вылет руля, все отлично. Голосовое управление, работа с телефоном и так далее. Громкость, треки, папки, листаем. Все здесь понятно. Дальше. Также все эти воздуховоды, все это присутствует. Все отлично. Аварийка с музыкой. Тоже все стандартно. Добро пожаловать в Volkswagen. Вот сейчас, в отличие от Volkswagen, допустим, в новых Skoda Karoq можно смотреть видео даже до скорости 15 км в час. А здесь, к сожалению, такого проделать невозможно.
понимаете, да? Ну, тут уже не раз показывал настройки, все это дело, звук, громко, средний, низкий, высокий, все это дело очень четко все работает. Ну, помимо вот этого, больше, собственно, тут, ну, что еще? Ну, допустим, вот с момента запуска, да, там, с момента заправки, там, за длительный период и так далее, и настройки тут, шины, допустим, ну, побаловаться, да, освещение, только при, понятно, ассистента водителя, парковка и маневрирование. Тут нет такого в этой комплектации. Зеркала, стеклоочиститель, ну, понятно, то есть не будем баловаться. Вот, здесь трехзонный климат-контроль, чего не отнять у Тигуана, вот это да. Подогрев руля, подогрев сидений, различные зоны обдува, рециркуляция. Естественно, подогрев заднего стекла, подогрев переднего. Не знаю, не видно, наверное. Электронный ручник с функцией автохолд. Да, здесь нет у нас кнопки запуска двигателя. Вот такой, видите, у нас замок зажигания. Я сейчас не помню толком, точно, вернее, сколько стоит этот пакет. Но, допустим, если еще с комплектацией Go докупить пакет, то тут появится кнопка запуска двигателя. Потом появится, значит, электропривод багажника и что-то там еще по мелочи. Короче, вот список этого пакета. Стоит он, вот видите, цена какая. Ну и, собственно, вот, каждый решает, нужно ему это или не нужно. Дальше что? Значит, здесь, получается, нет этого пакета инноваций. То есть здесь у нас, видите, такая простенькая приборка, не цифровая. Дальше у нас здесь нет адаптивного круиз-контроля. У нас здесь, видите, нет этих окошек в зеркалах, то бишь нету этого удержания в полосе. И, значит, здесь нет подсказчика, который говорит о том, что у нас в мертвой зоне машина. Опять же, допустим, я все время хвалил, что здесь есть этот light assist, то есть, допустим, вы включаете вот этим рычажком, если у вас есть эта пакет инновация, раз, толкнули сюда этот рычажок, и все, и машина будет сама переключать с дальнего на ближний, пока вы там не заглушите и так далее. Вот. Но, то есть, когда мы едем, допустим, по трассе ночью, и у нас вот такой вот асфальт, ну, серый, да, нормально все, и, в общем, как бы все замечательно. Единственное, что вот, ну, чуть-чуть, ну, датчик срабатывает, да, и дальний свет переключается на ближний, как мне кажется, чуть-чуть рановато. То есть я бы, если бы как человек, я бы еще секунды 3-4 как бы, ну, ехал с дальней, потом бы уже начал думать о том, чтобы переключить на ближний. А датчик уже срабатывает, все, переключил. Так вот, если вот такой асфальт серый, да, еще как бы, ну, куда ни шло. Но когда, допустим, есть вот эти куски нового асфальта, когда он черный, вот просто тупо свежие куски асфальта, здорово, сделали только дорогу, толком еще разметки нет. И, допустим, датчик также переключает быстро с дальнего на ближний, бах, и резко такой провал, вот, что, где, что, куда мы, где мы. То есть вот это вот, ну, фары-то яркие, все, согласен, ну вот, ну, резко получается, что пропадает эта картинка, то есть сразу все тускло такое, а на черном фоне вообще это, ну, как это вот, все же ездили в дождь, да, когда мокрый асфальт, и фары хоть какие там, вот, хоть прожекторы ставь, света практически толком нет никакого. Соответственно, вот такой же эффект и тут. Руль тут, видите, тоже скошен. Но, честно, вот вам бы, допустим, хотелось бы, чтобы вот было здесь две спицы. Лишним нет. Вот все-таки мне только буру больше надо. Тут даже другой раз и вот так пальцем хоба, и, ну, туда-сюда и довернул. Или вот так, допустим, взялся. А там, где две спицы, уже так не сделаешь. Ну, в общем, свои тоже нюансы. Тут тоже все стандартно. Видите, у нас освещаемый, охлаждаемый бардачок. Здесь можно SD-карту ставить, диск можно воткнуть, послушать. И тут еще есть шумка. Или нет? Нет, тут нету. Ну и что? Имеем мы здесь два подстаканника, фиксаторы, еще тыканишка. Здесь у нас передний привод. И у нас тут еще такой есть, видите, тканевый бокс-подлокотник. Он достаточно глубокий. И что мне нравится, подняли, и вот у вас
еще вот так выдвинули, вообще красота. Едешь в дальней дороге, просто офигенно отдыхаешь. Не просто он где-то, что типа есть. Вот типа, смотрите, да, вот если он вот так будет, вот низко, но толку от него. А когда он еще вот так, вообще офигеть. Удобная штука. Тут все классно, тут тоже. Тут видишь, у нас какие подголовники, эти регулировки, отлично. Ремни по высоте регулируются. Здесь имеется микролифт. Видите, да, здесь машина написана по 2 миллиона. Шторка и зеркало, а подсветочки нет. Но, честно говоря, допустим, бог с ней, в такой-то машине, может быть, она и не нужна. Очечника тут тоже нет. И здесь тоже у нас, видите, сэкономили, нету ничего, в смысле подсветки. Тут тоже и простецкое зеркало. Такой вот цвет. Ну что, идемте назад. Повторюсь еще раз, без пакета инноваций, в принципе, Tiguan тоже нормальный. Допустим, кто хочет сэкономить на всем на этом, пожалуйста. Вот, и, собственно, все, что нужно здесь, в принципе, есть. То есть, даже, говорю, в базе есть третья зона климат-контроля. Единственное, что нет подогрева задних сидений. Сейчас еще посмотрим, в рекламе постоянно по телеку говорят, мол, типа, пакет travel. Я у парней уточнял сейчас. Вот, это, ну, естественно, на сайте этого нет. Просто так, как бы, сказано в рекламе. А на самом деле, пакет travel, это сейчас я вам покажу, что, типа, это все означает и почему так называют. То есть, ну, travel это у нас переводится как путешествие. Вот, соответственно, такие некоторые удобства, допустим, путешествия. Итак, смотрим. Значит, смотрите, у нас вот здесь под сиденьем водителя и пассажира есть вот такие ящички. Здесь входит 1,5 килограмма какого-то чего-то там. Вот тут еще, видите, у нас, ну, коврик такой, типа, из карпета сделан. То есть здесь греметь ничего не будет. Неплохо. Ну и, соответственно, с той стороны тоже. Тут у нас, видите, еще такая вот нишка. Давайте мы чуть-чуть сиденье, хотя не чуть-чуть, а надо под себя отрегулировать, чтобы там оно сзади, посмотреть, сколько места будет. Вот, наверное, вот так. Как я люблю, да, все вот так вот я удобно уселся. Идемте назад. Так, то есть вот эти ящички раз, они якобы входят в пакет Trail, то бишь это удобно, удобно. Лишние ящички в дороге никогда не помешает что-то положить. Вот. И, собственно, вот эти вот столики. Видите, да? Столик там тоже есть. То есть где-то встали, покушали. Здесь еще, видите, пиктограммка, стаканчик. Вот так сделали. И у вас здесь можно стаканчик поставить. С той стороны тоже самое. То есть удобно. Смотрите, да? У вас стаканчик стоит. Здесь на столе все разложили, покушали, допустим, все это дело убрали. Если сзади у вас едут дети, допустим, смотрите, можно вот так столик чуть-чуть наклонить, и здесь, видите, такой есть бортик и такой приятный пластик, он не твердый, а такой приятный тач, софт или софт тач. Вот сюда, то есть, можно положить телефон, допустим, ну вот так, например, да, вот телефон. И, собственно, как хотите, можно вот так. И, в общем, он у вас вот так лежит. Или, да, допустим, большой этот. И вот, видите, здесь, допустим, включили. И смотрите, допустим, какое-то себе там кинуху, мультики дети смотрят и так далее. То есть очень это удобно. Очень офигенно. Собственно, вот это все, как бы, и называется пакет travel. Тут у нас такой вот свет. Третья зона климат-контроля. Еще и силовая розетка. Ну и, соответственно, интенсивность обдува можно отрегулировать. И тут еще, видите, у нас такая розетка есть. Тут вешалка имеется. Там тоже вешалка имеется. Единственное, что здесь, как бы, нет подогрева задних сидений. Вот
когда мы едем в дальнюю дорогу, человек здесь сзади себе включает, допустим, температуру побольше. Я не люблю, чтобы было уж совсем жарко. Он себе здесь делает свой микроклимат, то есть потеплее, включает подогрев сидений. Тут подушка лежит, плед, и он тут лежит, тащится, едет, как у себя в домашней кровати. То есть очень все это удобно. Сиденье это позволяет, видите, они такие широкие. Все офигенно. Угол наклона сидушек можно регулировать. Соответственно, сами сиденья можно сдвинуть. Но тут, не знаю, тут такой функции нету. Более дорогие комплектации есть. Ну и зато здесь еще, видите, есть такой вот подлокотник. То есть тоже можно что-то тут расположить. Ну и далее дороги тоже облокотиться. Ехать очень удобно. Все офигенно. Такой вот Тигуан. Даром, что только цены потихоньку-потихоньку растут. Ну и соответственно, недавно я месяца, наверное, два назад снимал ролик про Шкоду Корок, тоже с переднеприводом. Ну и, соответственно, там я сидел в машине и с бумажками все это дома считал. Потом вам рассказывал о том, что, допустим, Шкоду Корок, если взять в средней комплектации, то есть там будет стоять точно такой же двигатель, как здесь. Но здесь, видите, стоит с передним приводом, идет 6-ступенчатый DSG. А там будет идти 8-ступенчатый автомат в Короке, да? Вот. Он буквально там написано чуть поменьше, ну, размерами. Ну, собственно, опять же, ну, может быть, да, чуть-чуть по салону меньше, а так-то, типа, размеры это можно, что, там, насчет, допустим, бамперов удлинить, да, или там, наоборот, сузить и так далее. Вот. Так вот, получается, что если даже сейчас, после подорожания, взять в среднюю комплектацию Шкоду Корок с передним приводом, и получается там поиграть с пакетами, то за 1 700 000 плюс-минус, да, можно собрать очень такую жирную комплектацию под себя. То есть там будут все эти плюшки, которые, допустим, здесь нет. Я имею в виду, но если нужен вам и адаптивный круиз, и там, допустим, будет сайт ассист и light assist, то бишь машина будет сама переключать с дальней на ближний и так далее. Ну и так далее. То есть все вот эти электронные плюшки, которые вот, ну, типа козырные, да, они там уже будут в машине тоже с передним приводом за почти 1 700 000 с чем-то. Вот. Даже я имею в виду уже после подорожания. Единственное, что здесь получается сзади подвеска независимая, а там будет просто балка скручиваемая. Вот. Ну и там не будет вот этого третьей зоны климат-контроля. Вот, собственно, и все. Ну, а это что получается? Вот еще раз цена. Машина без допов. Что мы тут имеем? Смотрите, все электростеклоподъемники, все авто. Блокировка дверей, стекол, подогрев зеркал, складываем зеркала. Большая, у нас, видите, большой экран мультимедиа. Руль в коже с подогревом, подогрев передних сидений. Три зоны климат-контроля. 6-ступенчатый мокрый робот DSG. Ну, и, в общем, все остальное как бы стандартно для Тигуана. Как вам такая комплектация? Ну и, собственно, тут еще, видите, есть столики. И под сиденьями у нас есть ящички для хранения чего-то. Как вам такая комплектация? Совсем скоро появится уже обновленный Тигуан в декабре, ну, до Нового года стопудово. Ну и походу на такие машины будут делать большие скидки, чтобы подготовить почву, место для новых машин. Соответственно, можно взять вот такую машину, будет с неплохой скидочкой. То есть там, по сути, это техническая часть будет то же самое, только чуть внешне там поменяет, ну и может быть чуть-чуть там в салоне все, а так-то в принципе будет то же самое. Поэтому я считаю, что можно будет вполне урвать такую неплохую машинку. Как всегда, пишите, комментируйте, интересно ваше мнение. Всем пока, счастливо. Вот еще стоит в другом конце зала Тигуан. Смотрите, Тигуан тоже Go 4Motion, то бишь полноприводный.
такой же движок, 150 лошадок, такая же коробка, цвет, естественно, другой. Даже диски такие же. Здесь еще из допов КРФ-салон, ковер, багажник, зимние шины. И смотрите, машина стоит 2 миллиона 5000 рублей. Вот в такой комплектации. Ну что, смотрите, тут, в принципе, все то же самое, как я вам и показывал. Такая же приборка, все. Только вот у нас здесь еще, видите, есть шайба. Собственно, и все. То есть 100 тысяч, получается, нужно доплатить за полный привод. Кому это нужно, тот доплачивает. Кому не нужно, соответственно, не доплачивает. Да? Вот, собственно, и все.